Всем привет, дорогие зрители моего канала! С вами Татьяна Кузьмина и проект Faberlic Reality. В этом видео я вам расскажу о супер-мега-новостях, которые ждут компанию Faberlic. Я только что вернулась с цифрового форума, и меня просто распирает от этих мега-новостей. Правда, среди них будет и одна не очень хорошая новость, которой я тоже с вами поделюсь. Но это чуточку позже. Давайте начнем с хорошего. И из хороших новостей то, что компания Faberlic продолжает активно развиваться на рынке в сетевом индустрии, и уже в компании Faberlic отмечается прирост более 30% по товарообороту. Активно у нас развиваются такие страны, как Казахстан, Азербайджан, здесь прирост более 100%. Еще более активно развивается Европа, где процент прироста по товарообороту составляет более 120%. Конечно же, в основном за счет Польши. Но компания открывает и другие страны. Она уже открыла Испанию, Францию. В 13-м каталоге открывается у нас Финляндия и Греция, и к концу года компания нам обещает открыть еще другие страны Европы, такие как Португалия, Голландия и Швеция. Представляете, то есть масштаб компании именно в международном плане растет, а это значит, что растут наши возможности в плане международного бизнеса. Это очень круто. В компании за вот эти летние месяцы открыто 5 новых топовых званий элитного директора в различных странах. И элитный директор, что это такое? Это 9 директоров в первом уровне, это доход порядка 430 тысяч рублей в месяц и квалификационный бонус, то есть бонус за звание, премия директорская составляет 500 тысяч рублей. Вот о каких серьезных деньгах идет речь в статусе элитный директор. И поскольку у нас растут люди в топовых званиях, это говорит о том, что и товарооборот компании растет, и в целом компания тоже растет, бурно развивается. Это очень радует, особенно на фоне сегодняшнего экономического кризиса, который мы наблюдаем с вами. И который, конечно же, не мог сказаться, в том числе и на некоторых моментах в работе компании. Но об этом, опять же, расскажу чуточку позже. Итак, хорошие новости, конечно же, то, что у нас появляются новые продукты в компании Faberlic. А вообще, вот если вне форума брать, то у меня есть такая информация, что в год компания выпускает более 1500 новинок. То есть, вдумайтесь, 1500 новинок в год. Это каждый день, по сути, выходят 3 новинки. Представляете, вот какими масштабами развивается компания и какой у нее происходит бурный рост. И как это круто и здорово для нас, когда в компании есть новинки. И вот на цифровом форуме как раз-таки были озвучены те новинки в продукции, которые нас ждут в ближайшее время. Прежде всего, нас ждет обновленная серия Beauty Cafe с французским шармом. То есть нас ждут 4 новых вкусняшки, вкусных ароматов в этой линейке. Я вам сейчас сделаю вставочку видео, и вы посмотрите, какие же это ароматы. Встречайте уже в 15-м каталоге. Итак, в меню 4 лакомства. Это малиновый мильфей, банановый мусс, черничный капкейк и лаймовый сорбет. Полная коллекция удовольствий, созданная с любовью и заботой к вашей коже. Новые, более бережные формулы, которые не сушат кожу и обволакивают ее нежностью. Давайте вместе окунемся в романтику Парижа и почувствуем себя настоящими француженками. Madame, je suis là, par ici. Bonjour. Bonjour. Je parle français. 1, 2, 3, 98, boulangerie, magicien, je suis allergique aux girafes. Oh là là. Vous désirez un millefeuille de framboise? Avec plaisir. Magnifique. Avec de tels desserts, on est toutes un peu françaises.
Новая серия средств для кожи Beauty Cafe. Тот момент, когда ваша кожа скажет «О-ла-ла». Вот эта линейка Beauty Cafe нас ждет уже в 15-м каталоге. А в 16-м каталоге у нас будет новая серия, она называется Love. И возникновение этого названия, данной линейки, не случайно, потому что L, первая буковка в слове Love, это ланолин, который входит в состав этих продуктов. И ланолин – это природный компонент, который получают из овечек, из шерсти овечек. А овы – это, собственно говоря, есть овца, овечка. Вот такое название – love. И все вместе – это, конечно же, любовь. Что нас ждет в этой линейке? Нас ждут ряд кремов. Это крем для лица, увлажняющий, питательный. Крем для рук, увлажняющий, питательный и защитный. Крем для тела. И в первом каталоге 2021 года у нас появится мыло туалетное, твердое мыло в виде овечки. Вот такая еще новиночка будет в недалеком будущем. Также в этой линейке нас ждут кремы для ног, питание, смягчение, снятие усталости и шампуни для всей семьи. Они идут в комплексе с питательным шампунем. То есть несколько там вариантов будет. То есть нас ждет вот целая такая линейка новых продуктов, серия Love. Это момент любви к себе и своему телу. Забота о ваших близких. Она так и называется. Love. Любовь. Любовь проявляется в заботе и внимании. А забота о коже и волосах, как вы выглядите, это часть заботы о себе и ваших близких. Новинки серии Love – это нежные кремы для лица и тела, невесомые продукты для волос. Уход с любовью от макушки до пяточек. Девочки, помните, у нас были уколы красоты, так называемые, да? У нас была сыворотка в шприце серии «Эксперты», она у нас в одно время исчезла. Я сама пользовалась этой серией, а потом ее не стало в каталогах. И вот сейчас хорошая новость, эта сыворотка, она возвращается. И возвращается не только сыворотка, а еще в этой линейке, в линейке «Эксперт», у нас будет еще одно средство, концентрат для лица. Сыворотка снова будет в шприце, очень похожа на прежнюю формулу. То есть это уходовое средство для дома, но салонный уход за кожей лица, который действительно заменяет инъекции, уколы. И вот эта сыворотка, она быстрого действия, она практически через час уже вы увидите результат. Воздействует она на глубокие морщины. Значит, сыворотка для коррекции глубоких морщин, в составе содержится гиалуроновая сфера, которая заполняет вот эти вот промежуточки, да, пустоты, провалы, собственно говоря, за счет которых образуются морщины. А вот концентрат для лица, стоп морщины, он с пептидами. И он здесь уже более длительного действия, его нужно применять курсом, порядка месяца курс. Вот такая хорошая новость. Еще у нас появляется обновленная линейка The Line. Это средства, которые борются с нежелательными волосками на теле. Гель для бритья будет обеспечивать идеальное скольжение бритвы и защищать кожу от микропорезов во время самой процедуры. Крем для бритья. Он предназначен уже для чувствительной кожи, будет ее успокаивать, а при регулярном применении замедлит скорость роста волос и истончит их, и будет снижать еще частоту бритья или депиляции. Кроме прочего, подходит для ежедневного применения. Тоник от врастания волос. Эта проблема всегда сопутствует процедуре бритья так или иначе. Тоник содержит гликолевые молочные кислоты. Они мягко отшелушивают кожу и будут обеспечивать свободный рост волос и будут препятствовать их врастанию. Тоже подходит для ежедневного применения. Кроме прочего, чтобы предотвратить вообще появление вросших волос, вам потребуется курс. Курс не менее 10 процедур, а лучше 15. И начинать нужно со следующего дня после самой процедуры депиляции. Ну и самое, наверное, популярное средство – это волосковые полоски. С помощью воска мы удаляем волосы с корнем. Они с легкостью удалят даже короткие и тонкие волоски и на срок до 28 дней избавят от нежелательной растительности.
Ну и очищающее масло после депиляции – это процедура, которая необходима, чтобы удалить дальше остатки воска, успокоить и смягчить раздраженную кожу. Ну и, наверное, самая простая и самая популярная процедура – это депиляция с помощью крема депиляции. Дальше снова нас радует декоративная косметика серия Glam Team. Уже в следующем 13-м каталоге появляется новая помада, губная помада HD Color. Это помада очень высокопигментированная. Была рассказана история на форуме, как она создавалась. Сначала в эту помаду было вложено 20% пигмента, и не удалось достичь за счет такого большого содержания пигмента пластичности, да, то есть комфортного нанесения на губы, и поэтому процент пигмента был уменьшен до 12%, но на минуточку, это в 2-3 раза больше, чем процентное содержание пигмента в сатиновой губной помаде, в помаде полуматовой, и если брать, что обычное процентное содержание пигмента в магазинах помадах составляет порядка 6%, у нас 12%, ну, сами понимаете разницу. Да? Вот. И за счет увеличения количества пигмента, а также за счет того, что эта помада действительно пластичная, она хорошо ложится на губы и хорошо держится, удалось, в общем, достичь вот такого замечательного эффекта сразу несколько в одном. И в поддержку продаж данной губной помады выйдет мини-сериал в 3 сериях для поддержки продаж. Также эту губную помаду будут продвигать известные бьюти-блогеры. И будет конкурс компании Faberlic, в котором тоже будет задействована губная помада HD Color. В общем, ждем новинку. В 12 оттенках она появится и вот уже в следующем 13-м каталоге. Также нас ждет новая премиальная линейка, она называется First Class. И эта премиальная линейка, конечно же, она также была изготовлена на предприятии Intercos, итальянское предприятие, сырье все итальянское. И это, безусловно, тоже наша гордость. Это совершенно новая премиальная линейка по сравнению с теми продуктами, которые у нас были в серии Premium. Продукт серии. Тушь для ресниц First Class. Наша тушь для ресниц дарит заоблачный объем за счет выверенного сочетания текстуры и кисти. Это будущий хит продаж, и в этом мы не сомневаемся. Плотный срез фибровой щеточки со спиральным расположением ворсинок прокрашивает ресницы одним движением, не склеивая и наполняя объемом. Мы провели достаточно большое внешнее тестирование. В нем принимали участие респонденты, которые пользуются различными марками туши каждый день. Среди них есть сильные конкуренты как из масс-маркет, так и из люкс-сегмента. Несмотря на таких сильных конкурентов, респонденты отмечают схожесть со своей тушью, а около трети отмечают, что тушь First Class лучше. Также проведено тестирование дизайна упаковки и восприятие названия туши. Многие респонденты очень высоко оценили дизайн туши, а восприятие названия полностью соответствовало нашим ожиданиям. Первый класс – лучший, качественный. Тушь создает модный эффект лисьего взгляда. Его очень любят такие звезды, как Белла Хадид и Меган Фокс. Этот эффект удлиняет глаза и вытягивает в сторону, а реснички, расположенные у внешнего края, дают эффект нарисованной стрелки. Этот эффект будет смотреться красиво и позволит скорректировать геометрию глаза. Второй продукт серии – тональный флюид First Class. Он состоит на 28% из воды, создавая очень тонкое шелковистое покрытие. Главный активный ингредиент – Vita Rose. Это гибридные стволовые клетки чайной розы. Он делает кожу более упругой и эластичной, а также эффективно защищает кожу от агрессивных свободных радикалов из окружающей среды. Также флюид содержит запатентованную технологию компании Intercos – Intercos Shine. Это высокотехнологичный полимер, который создает стойкое покрытие, но при этом не сушит кожу. И третий продукт серии – консилер для лица First Class. Это больше, чем консилер. Стойкое, плотное покрытие,
Продукт, который вы можете использовать не только как консилер, но и как основной тон. Большой аппликатор позволяет быстро и удобно наносить средства в качестве консилера и тонального средства одновременно. Мы сотрудничаем с самыми успешными изданиями и регулярно размещаем информацию и фото наших продуктов в них. У меня еще одна ошеломительная новость. Мы запустили свой собственный инстаграм-аккаунт Faberlic Makeup Official. Я приглашаю вас познакомиться поближе с визажистами команды Glam Team и получить личные рекомендации от креативного директора Андрея Пеща. Вас ждут конкурсы, прямые эфиры, видео-мастер-классы. Мы подбираем для вас вдохновляющий и обучающий контент. Ну а теперь, мои дорогие, новость из разряда «Вау». Эту новость озвучил президент компании Faberlic Алексей Геннадьевич Нечаев на цифровом форуме, и он также ответил на вопросы, которые задавали консультанты, наиболее часто встречаемые вопросы, наиболее актуальные. И давайте мы начнем с новости из разряда «Вау». Вы знаете, вот у нас все, что было до этого момента в серии товаров Wellness, все эти товары себя очень классно зарекомендовали. Я сама употребляю линейку Wellness компании Faberlic. Она очень мне нравится. Более того, мы сейчас проводим марафон стройности. Это уже второй поток марафона у нас. Девочки также у нас тренируются с применением этой линейки Wellness. С помощью, в том числе, у нас есть определенная программа, и один из разделов этой программы – это употребление продукции Wellness, которая значительно облегчает задачу построения. Но на самом деле, вот эта продукция Wellness – это не только про стройность и красоту, это еще и про здоровье, потому что все продукты из серии Wellness, они сбалансированы по питательным веществам, по белкам, жирам, углеводам, по витаминам, минералам. И большая новость, которая нас ждет в ближайшем будущем, в 16-м уже каталоге, запускается эта линейка, а опробировать ее можно будет еще раньше, у нас появляется новая линейка функционального питания, питание именно для здорового образа жизни. И все эти продукты появляются в рамках клуба. Клуб называется Нечаев Family Club. Здесь будет не только вот эта продуктовая линейка, будет даваться информация об этой линейке, как употреблять эту продукцию, как правильно ее продвигать и так далее. А в этом клубе будут присутствовать эксперты высокого уровня. Я сейчас дальше о них вам расскажу. Вы сами просто будете удивлены, какого масштаба эксперты компания пригласила к себе, и они будут курировать в рамках этого клуба Нечаев Family Club. И давайте сначала о продуктах. Какие же продукты нас ждут? Девочки, любительницы шоколада, радуйтесь, прыгайте до небес. У нас появляется полезный шоколад для сластен. Но шоколад этот без сахара, а сладкий он потому, что там применяются природные сахарозаменители. Абсолютно безвредная, а наоборот полезная для нашего организма. Причем шоколад появляется в очень таком оригинальном исполнении, и он очень вкусный уже по той причине, что в составе там и орехи, и сублимированные фрукты, и ягоды. То есть там несколько вариантов этого шоколада, это просто что-то необыкновенное нас ждет. И самое главное, что в одной дольке шоколада содержится менее 16 килокалорий. То есть это продукт не только вкусный, полезный, сладенький, а этот продукт еще и малокалорийный. А это очень же важно для всех нас, особенно для стройняшек, кто хочет держать в оптимальном соотношении свою форму, кто хочет поддерживать свою молодость, продлить свою красоту. Это очень важно. Thank you.
такой классный продукт у нас появляется. И также, помимо этого продукта, вообще все эти продукты, они относятся к суперфудам. То есть суперфуды – это продукты, которые действительно полезны для здоровья и которые, помимо сбалансированного состава по белкам, жирам, углеводам, витаминам и минералам, содержат еще и антиоксиданты. Вот антиоксиданты, они содержатся в чаях. У нас появляется новая линейка чаев. Это действительно чайный напиток. В составе здесь и чай есть, и в составе есть и различные фрукты, опять же, высушенные ягоды. Тоже там очень богатый состав и много разновидностей этих чаев. Например, один из них был озвучен – землянично-медовый. Все эти чаи идут в пакетиках. И самое-то главное, что появляются у нас еще и полноценные первые, вторые блюда. Но не надо думать, что это блюдо, которое просто залило водой и кушай. Нет, это не сублимированные продукты. Это действительно продукты здорового питания, которые нужно готовить. Нужно немножечко потрудиться, приложить какие-то усилия для того, чтобы это блюдо приготовить, но это блюдо уже заведомо сбалансировано по составу, и в этих блюдах содержится, помимо всего, бамбуковая клетчатка, которая очень и очень полезна для нашего организма. Вот, например, черный чай, ванильное яблоко с корнем солодки. Помимо плодов яблока и корня солодки содержит листья ежевики, плоды шиповника и корицу. У него столько пользы и такой притягательный аромат. Заботой о вашем здоровье был создан и шоколад из линии 5 суперфудов. И готовые решения для первых, вторых блюд и завтраков, которые в корне изменят ваше представление о правильном питании. Легко, удивительно вкусно и полезно. Вот наши основные принципы. А чтобы узнать все самое интересное, присоединяйтесь к нашей теплой и дружной компании в клубе. Вместе с другими экспертами мы увлекательно расскажем о том, из чего состоят продукты, которые мы обычно покупаем. Определим, каких ингредиентов стоит избегать, а какие, наоборот, несут реальную пользу. Обещаю, скоро вы будете знать не хуже меня, каких пищевых добавок, а это те самые пресловутые буквы Е в составе продукта, действительно стоит бояться, а какие вреда совсем не приносят, могут быть даже полезными. Ну а теперь несколько слов о тех экспертах, которые будут информировать нас, которые будут давать информацию в Нечаев Family Club. И первый эксперт – это Михаил Гинзбург. Это имя знакомо абсолютно, наверное, каждому из нас. Это диетолог, доктор медицинских наук, эксперт ТВ-программ «О здоровье». Еще одним экспертом является Михаил Хорс. Тоже личность известная, медийная, ведущая телевизионных программ, это клинический психолог. Также среди экспертов Павел Синявин, это сертифицированный фитнес-тренер, участник танцевальных коллективов, создатель проекта «Битва за тело». И директор вот этого продуктового направления Ольга Мартьянова. Все они выступали на цифровом форуме, каждый в своей компетенции. И хорошая новость, что для членов клуба будут проводиться тренировки, будут проводиться вот такие консультации по продукции, то есть вся информация будет из уст действительно экспертов с высоким уровнем знаний в своей области. Ну и сделать широкую линейку полезной еды, которая доступна каждому. Я уверена, что вкусная еда может быть полезной, а полезная бесконечно нас радовать. Именно этот подход и лег в основу нашего нового клуба, который мы назвали «Нечаев Family Club». Причем это самый настоящий клуб для всех, кто хочет ежедневно наслаждаться едой и заботиться о своем здоровье. Одна из основных задач клуба – это популяризировать идею здоровой, активной и, главное, счастливой жизни. Конечно, здоровый образ жизни – это комплексное понятие. Это и среда обитания, я имею в виду чистый воздух, близость к природе, соблюдение режима дня, физические нагрузки и уровень стресса. Но правильная еда и питье занимают в этом списке очень важное место. И мы об этом расскажем в нашем клубе. Вам не придется начинать здоровый образ жизни с понедельника. Это можно будет сделать прямо сейчас. Нам с вами будет легко,
разобраться в составе продуктов и правильно организовать свой рацион. Мы расскажем все о дыхательных практиках и здоровом сне. На своем примере покажем, что это легко, весело и просто. В этот проект мы вложили всю нашу любовь, знания и душу. А реализовать его нам помогли лучшие эксперты в сферах диетологии, психологии и фитнеса. Вместе мы трудились целый год, и сегодня я вам с радостью представляю результат нашей работы. Продуктовая линейка «Чай Family Club» будет постоянно расширяться, она очень масштабная и интересная. С ней вы легко и без забот сможете оздоровить свой рацион. В 16-м каталоге у нас появляются эти новинки, и чуточку раньше мы уже сможем их протестировать. Ну, точно так же, как продукция Wellness у нас появилась чуточку раньше, для VIP-ов сначала, да, потом еще раньше появилась, нежели в каталогах. И с 16-го периода у нас эта продукция уже будет доступна для всех пользователей. Единственный момент, что в каталогах, я так поняла, она не появится. Эта продукция у нас будет только на сайте. Вот такой нюанс. Ну, а теперь немножечко о грустном поговорим, хотя на самом деле, ну, повода для того, чтобы расстраиваться, наверное, сильно большого нет, но и тем не менее. Все мы знаем, какая сейчас ситуация у нас происходит в мире в связи с вирусной инфекцией, что у нас введены ограничительные мероприятия, многие ждут уже вторую волну, кто знает, будет она, не будет, но и тем не менее уже и правительство наших государств готовиться к тому, что все может быть. Поэтому в преддверии вот этой второй волны, в преддверии того, что, ну, не исключено, что это может произойти, конечно же, все мероприятия, массовые мероприятия у нас будут отменены. И вы знаете, что вот уже, например, с 1 сентября отменяются линейки в школах. Ну и, соответственно, в компании Faberlic осенью тоже проходят мероприятия большого международного масштаба, международный форум «Непридуманные истории». И, к сожалению, в связи вот со всеми этими мероприятиями, которые проводят наше государство по профилактике вирусной инфекции, все эти мероприятия компания вынуждена отменить. И самое важное, что отменяется также поездка в Турцию. Для тех, кто квалифицировался на эту поездку, она в этом году будет отменена. Но это не значит, что все эти мероприятия будут отменены вовсе и они не произойдут. Конечно же, все это переносится на будущий 2021 год. То есть мы возлагаем большие надежды на 2021 год, что в итоге все равно мы победим эту вирусную инфекцию, и что жизнь будет продолжаться в обычном ключе, и будут у нас и праздники, будут у нас и классные мероприятия в компании. Так что вот такая не очень, может быть, хорошая новость, но она имеет место быть в тех реалиях, в которых мы с вами находимся. И есть у меня еще для вас на закусочку очень хорошая новость. И эта новость связана с тем, что компания сейчас активно рассматривает вопрос относительно самозанятых. Много было вопросов по этому поводу. И, соответственно, компания всегда слышит своих консультантов, всегда слышит своих лидеров и всегда реагирует. В большинстве случаев все вопросы решаются положительно. В том числе и вот этот вопрос относительно самозанятых. Это озвучил президент компании. С 1 сентября эта программа уже будет внедрена. Можно будет оформить самозанятость. И здесь есть нюанс. Может быть, он не очень хороший, но здесь ничего не поделаешь. Поскольку компания Faberlic – это юридическое лицо, и, соответственно, процент для самозанятых будет не 4%, как с физическими лицами, а 6%. Но это еще раз подтверждает, что компания Faberlic работает легально, с соблюдением всех законодательных актов, правил, норм, с соблюдением всех законов, которые есть в нашей стране. И это круто, я считаю. Поэтому появляется такая у нас возможность компании оформить самозанятость с 1 сентября. Подробно об этом ничего не рассказывалось. Я тоже, к сожалению, большую информацию по этому поводу вам предоставить не могу. Во всяком случае, вопрос решился положительно. Ну что ж,
На этом у меня вся информация для вас. Надеюсь, что я вас порадовала. Порадовала новинками, которые нас ждут. Порадовала новым проектом Нечаев Family Club с новой продукцией, новой продуктовой линейкой. И порадовала новинками, которые нас ждут и в декоративной косметике, и среди уходовых средств, и так далее. В общем, мои дорогие, работаем, трудимся, продолжаем двигать свой бизнес, продолжаем развиваться, продолжаем расти по карьерной лестнице. И я очень рада на самом деле, что я сотрудничаю с компанией Faberlic, что в свое время... Получилось так, что компания «Флоранж» объединилась именно с компанией «Faberlic», и правообладателем бренда «Флоранж» стала компания «Faberlic», а не какая-то другая компания. Все действия со стороны руководства, которые я сейчас вижу, подтверждают правильность моего выбора. Я обожаю компанию «Faberlic», я люблю продукцию компании «Faberlic», я обожаю маркетинг, который позволяет зарабатывать максимальные деньги в сотрудничестве с компанией «Faberlic». И, конечно же, для тех из вас, кто смотрит в сторону сетевого бизнеса, я приглашаю вас в нашу компанию, в нашу классную команду «Faberlic Reality». А поверьте, у нас есть все инструменты в нашей команде для того, чтобы активно расти, развивать свой бизнес. И есть помощь от всех наставников, от всех лидеров, которые есть в нашей команде. Welcome в команду Faberlic Reality. Чтобы это произошло, по данным видео я оставила ссылочки на свои социальные сети и мессенджеры. Напишите мне в личку, и мы с вами пообщаемся на эту тему. Ну а я говорю вам всем пока, до новых встреч. Встретимся с вами в новых моих видео. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно это сделайте. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вовремя получать извещения, когда у меня на канале выходят новые видео. Говорю вам всем пока. С любовью к вам, Татьяна Кузьмина.